У Республиканском театре белорусской драматургии онлайн-премьера спектакля «Профит». Василь Жадов хочет жить сумленно и выкарается дядьки Хабарника. Тому доходную посаду займая Анисим Белогубов. Его жонцы и свою сестры заздростить каханая Жадова. Марочи про роскошу, и она потребует у мужа отойти от принципов и попросить у дядьки чин с профитом. Вот тебе громадская мораль! Не зловленный, не злодей! И какая разница громадству, на какие шиши ты живешь? Главное, как ты жил пристойно и был пристойным человеком! Новая постановка РТБД и пьеса Островского «Доходное место» по фабуле подобны. Однако режиссер Александр Гарцуев додал нового персонажа. Ее называется у меня «Нехта», але не зусім, я бы сказал, что его нема у Островского. Есть некий персонаж, який пише листы до Вишневской. И она читает листы от его, и он есть у Островского, але это листы. Вот я его вывожу на сцену. Подеи «Профита» перенесены с 19-го стагодия у нашей дни и оздоблены сучасными деталями. Например, некоторые персонажи перемещаются по сцене на самокате и играют на особливом инструменте. Так само режиссер крыху изменил конец оригинальной пьесы. Все я больше драматизую. У Островского у его сердечный приступ, а у меня он помирает. Больше жестко, больше драматично, больше трагично скончается история. Для РТБД «Профит» стал первой онлайн-премьерой у истории. Ранее артисты театра представляли новые спектакли при полных залах. Этим разом сярод живых глядачов только техничный персонал. Это все ж таки цікавый досвід. И не зусім, конечно, традиционно для театра. Я не скажу, что это было легко. Не зала, подых, эмоциональная совесть с глядачом, я, наверное, потребна. Наступный показ трагикомедии «Життя дзяржслужачых» запланованы у РТБД 8 червеня.